Ребят, всем привет! И это тоже у меня очень интересная новинка от компании Xiaomi. Ну, это, конечно, не компонент системы умного дома, но жизнь облегчит. А это не система умного дома, даже не ее компонент, а ночничок. Выполнен, правда, вот в таком тоже форм-факторе, как будто это какой-то выключатель и прочее. То есть белая коробочка, белый ночничок, в задней части китайские иероглифы. И опять у нас запаковали его. Не люблю я этот скотч, постоянно его приходится. Вот так. Мне в комплекте у нас, сейчас будем рассматривать, все, больше ничего нет. Проверяйте всегда коробочки, потому что бывает, что кладут непонятно. Так, питается оно на трех батареях типа АА, то есть пальчиковые батареи. Работы этих батарей хватит на полгода в ярком режиме, либо на 12 месяцев на год в слабом режиме. Кроме этого, вот такая у нас возможность его подвешивать куда-то с логотипом Mio. Мордочкой тоже мелочи, но интересно в деталях, так сказать. И инструкция на китайском языке. Так, снимаем эту пленку защитную. Значит, такая клейка. Светить он может либо 0,7 люмен, либо 3,8 люмен. Внутри у него также установлен датчик освещения. То есть он не будет включаться, когда у нас светло. И точно так же присутствует датчик движения, то есть инфракрасный. То есть когда мы будем находиться в зоне действия нашего выключателя, он будет светить. Только мы выйдем из этой зоны, то он светить перестанет. Время свечения 20 секунд, ну, после того, как мы отошли. Загружаем наши батареечки и тут врубаем. Вот он сразу же включился приятным желтым цветом, то есть тепленьким, такое солнышко небольшое. И режим, видите, меньше, больше. Все, больше никаких настроек, грубо говоря, у него нет. Все остальное мы просто берем раз и снимаем вот тут двухсторонний скотч. Можем ее крепить куда нам угодно, либо на двухсторонний скотч мы можем прилепить просто вот эту вот фиговину. И уже закреплять с помощью, не знаю, гвоздя. Либо вешать даже в гардеробной, где-то в шкафу. Что касается дистанции и углов обзора, то вот 120 градусов у него, 5-7 метров, тут 2-3 метра. Ну, так вот китайцы написали, что-то до 2. 5-7 метров 120 градусов, и ну, 2-3 метра он чувствует или видит, непонятно. Диаметр составляет 83, ну где-то 85 миллиметров при толщине 36,6 миллиметров. Вес батареечками 142,7 грамма. Полная темнота, я провел рукой, и это у нас максимальная яркость. Либо же вот я переключу ее на еще меньше. А, во, простите, нифига. Вот максимальная яркость. Вы знаете, достаточно светло. То есть вполне он освещает комнату, чтобы не упасть где-то там или лестницу. И вот меньшая яркость. Замеряю, ребят, люксометром и где-то в районе 1 люкса даже выдает. Где-то 0,9. Это в минимальном режиме. И максимальный режим, ну, правда, так тяжело мне сказать, потому что вот ближе проношу, где-то аж 4,3. Не знаю, видно вам, не видно, наверное, не видно. Вот 3,8, 3,9, ну, где-то вот в районе 4. В принципе, не обманули ребята Xiaomi. Рекомендуется его крепить немножко выше пола, чтобы пол тоже... Опа, ну, видите, я нахожусь, он потух. Ну, вот я делаю одно движение. И он загорелся. То есть, в принципе, он то ли меня не увидел, то ли я далеко от него нахожусь, где-то в районе 2 метров. Но когда я стоял близко к нему, где-то дальше меньше полуметра, то он не выключался. И посмотрите, в принципе, достаточно все освещено. Вот опять потух. Ну вот, я прошел. Вот там дверь, шкаф. То есть я вижу прекрасно все, я не знаю, не зацеплюсь, не упаду. Выглядит он, в принципе, довольно стильно, неплохо, мне понравился. Я доволен покупкой, могу рекомендовать покупки. Опять выключился, вот там, пумс. То есть спокойно видит меня. Думаю, точно так же будет видеть животных. Ну да, вот, посмотрите, роботы-пылесосы мои стоят. Оп, потух. В минимальном режиме видно, конечно, немножко похуже, но в то же время, смотря, грубо говоря, где устанавливать. Если в комнате, то да, конечно, комнату он
менее освещает, ну, считайте, в 4 раза или в 5 раз меньше, но в то же время все равно видно. А если где-то в ванной поставить, в маленькой, то вполне и этого режима хватит. Так что, друзья, не забываем про лайки, не забываем подписываться на канал, не забываем покупать этот товар. В принципе, классная, действительно интересная, классная штучка, действительно недорогая, и мне понравилось, откровенно. Так что ставьте лайк, не забывайте. Пока!